Свой фильм прислала нам Наталья Гонт. Она проживает в Брянской области. И основная ее работа – это работать в ЗАГСе. То есть она является директором ЗАГСа, и в то же время у нее есть хобби, она занимается творчеством. То есть у нее частный дом, и она его так оформляет. Смотрите, вот камин, барбекю, вот опять лепка. И вот этот фильм будет о том, как можно, имея свободное время и желание, превратить свой дом в дворец и сделать великолепные работы. Ну, уже вы видели фильмы от этого мастера. А это вот идет продолжение работ. И именно вот вы видите скульптуры парковые. И смотрите, это не только просто там пенек цветочник, но именно скульптуры, белочки. То есть есть очень хорошие задатки именно скульптора, художника. И Наталья занимается еще живописью. Смотрите, сложнейшая работа именно вот такого орла. И ну, просто нереальные скульптуры по мультикам. И как бы уже имея колоссальный опыт, Наталья еще и занимается отделочными работами. Ну, занимается это не бизнес, занимается для себя. Она оформляет вот внутри дом. Вот посмотрите, арки такие вот, колонны. И еще вот сейчас вы увидите очень серьезную работу, это вот барельеф в доме. Смотрите, он и замок, и все это сочетается с декоративной штукатуркой. Thank you.